біздің өткен 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму нәтижелерін қорытындылап, мемлекеттік бюджеттің атқарылу туралы есепті талқылайтын боламыз. Повестка дня была обширная. Наряду с техническими вопросами рассматривали вопросы более глобальные, актуальные сегодняшнего дня. В первую очередь, конечно, это вопросы международного сотрудничества нашего Союза. Вы знаете, 6 октября вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, которое было подписано еще в 2015 году. Сейчас работа проводится с Израилем, с Турцией, Ираном, Кореей. Большая работа была проведена еще по Китайской Народной Республике.